Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Кратоса, а точнее игра God of War, ребята, четвертая часть, и с нами сын, Атрей. Продолжаем наши приключения незабываемые, берем лодку, и мы сейчас куда-то поплывем. Что сказал? Я молчал. Давай, сынок, правда? Помогай. Ну ладно. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Проникните в священный круг. Так. Ну, можно уже выходить. Да или нет, нельзя. Ну, поплыли. Так, притормози. Что ты взял с собой? Восстанавливающие рога Игдрасиля. Эпический предмет. Напиток из росы мирового древа. Обладающий длительным полезным действием. Постоянное повышение. Восстановление на 2. Ну-ка, давай, надо использовать. Где это? А, все, похоже, улучшилось. Есть постоянное улучшение. Надо вот такие эпические какие-то искать штуки. Хорошо, что мы здесь проплыли. Может быть, еще что-то найдем. Ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что такое? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Какие голоса, ты о чем? Я ничего не слышал. Нет. Поменьше в мультики надо смотреть и играть в игры. Злые. Ничего себе. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Да, давай не будем тратить нас время. Дела не касаются. Так, надо осматриваться, потому что вдруг мы что-то можем найти полезное. метров еще плыть. Мы как-то можем ускориться? Ну, Кратос, давай, шевели чешками. Надо быстрее гребсти. Так, мы почти доплыли. Наверное, это и есть храм. Озеро Света. Сейчас будем уже выходить из воды. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет. На время или навсегда. Ты... Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Давай проверим. Че гадать-то? Осторожней. Ну, давай что только. Не торопись, видел, что там? Вот и все. Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. А, ты откуда, ребята, взялись? Где топор? Топор, быстрее, топор. Так. Готов. Так, что-то их много, ребята, опять. Если нападают, то их дофига сразу приходит.
Давай стреляй тоже, ты что делаешь-то, а? Стоишь просто так. Топор верните. Так, ну-ка, ты близко подошел слишком ко мне. Стоит ли это делать? Да, конечно же, нет. Конечно же, не стоит. Так, ребята, ну что вы делаете-то, а? А если я так сделаю? Понял? Ну, да попади ты в него уже, я не пойму, чё, куда ты машешь. Топор дай. Атрей, стреляй тоже, сколько можно, а? Во, вот так можно попадать, мне так нравится. Давай все заберем, что нам положили здесь. И все, что ли? Вы что, ребята? Так, давай покрутим. Она сейчас или поднимется, или вода уйдет. Нет, вода не ушла. Это только одна часть. Это только одна. Вроде что-то получилось, кажется. О, не трогайте пацана, вы чё? Ну-ка, я с тобой разберусь теперь. Иди сюда. О, обратно возвращался, топор его зацепил. Вот и все. Иди сюда. Я думал, больше никого нету, а тут ты. Ну-ка, R3, давай зажмем. Иди, отдай. Отдай трезубец. Так, это для ярости. Потому что мы чужаки. Мы для них чужаки. Ну-ка посмотрим, что-то нам пишут. Темный эльф. В отличие от светлых обитателей Крейна, темные эльфы предпочитают... Это мы читали. А что нам нового-то написали тогда? Похоже, ничего. Идем дальше. Давай еще колесо покрутим. Здесь будет вторая часть этого моста или что-то подниматься. Крути. Кратос очень любит всякие механизмы покрутить. Жить вот так, похоже на руну. Ну. Идем обратно к лодке. Ну чем тебе не руна? Найдите вход в храм. Давай искать. Погоди, может быть там... А там, кстати, или сундук, или что-то он светится. Я не вижу отсюда. Так, 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 так. А куда нам идти тогда? Я могу спрыгнуть? Тут больше ничего нет. Может, нам еще раз осмотреть чашу песка? Сейчас найдем. Нам надо плыть. Поплыли. Мы как раз там и проплывем через эту руну. Ну, типа вот на руну похоже. Под ней, наверное, надо проплыть. Она нам вход указывает просто. Вот еще такая же похожа на нее. Ну все, сюда, значит, надо. Что ты хотел рассказать про войну? Войны ведут по двум причинам. Ради выживания или выгоды. Хватит. Истории прибережем для корабля. Да, хватит. Соберись. Болтать. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. А, ничего себе. Значит, мы сейчас можем что-то задействовать. Ну, вот это нажимай, давай, что делай. Что сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Мальчик. Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Давай, начертай там, что там нужно сделать-то. Еще выше поднялась, да? Или нет, подожди, что сделалось-то? Мост какой-то. Что это? Вода сейчас уйдет, похоже. Что мы нашли? Ну-ка, дай я гляну. Батю, пусти. Отец? Да. Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Ров священного круга. Этот другой. Какие рога. Назад, быстро. Ну эти какие-то мощнее просто. Давай будем сейчас бороться. А что делать-то? Топор. Вечно я его где-то оставляю. На.
Назад не надо, надо стрелять вперед. Все, да подожди ты, сейчас я с ним разберусь. Все нормально здесь. Во, видал, как могу. Я не туда попал куда-то вообще. Куда нацелься? Он сзади, по-моему, еще стоит меня. Ну-ка подойди, тебе осталось-то чуть-чуть. Вот и все. Щит включу сейчас, и все нормально. Давай щитом бить буду. Эти долго бьются, кстати. У них уровень повыше. Они, мне кажется, мощнее намного. Да иди нафиг. Сейчас мой топор прилетит к тебе. Лови топор, чем молчишь, не поймал? Восстановите мост священный круг. Так, нам надо здоровье восстановить. Вот что нам надо восстановить. Темный эльф, этот темный эльф, да, мы про него читали. Так, а про этого, про крупного, что-то нам ничего не написали. Куда идти? Погоди. Надо осмотреться, не пропустить, главное, что-нибудь важное. Не подходи к клеткам. Но почему их заперли? Сейчас я крутану и откроем. Готовься. Что? Вот, кто-то выходит сейчас, да? Осторожно. Подожди. Здесь можно пособирать. А, вот он вылез из клетки. Залезь обратно! Так, пошли посмотрим, что у него здесь было. Ну, горит огонь просто, и все, и больше ничего нету. Стоп! Вон нам надо что. А он так не убирается. Значит, там еще одна есть. А как туда попасть? Как туда попасть и как... Видал как? Просто надо было туда швырнуть топор, а потом, когда он возвращается... Нифига себе придумано, а? Когда он возвращается, он сбил эти две штуки. И мы смогли зайти. Клево. Сильная руническая атака. Рубящий удар, выпускающий небольшую вертикальную волну, которая наносит средний урон от холода. Тут всякие удары вообще есть. Ну, в принципе, я пока особо ничем не пользуюсь. Я только поставил вот эту себе интересную атаку. Это щитом, когда я закрываюсь и бью потом мощно. Так, кто еще? Кто еще будет на меня нарываться? Так, ладно, мы сюда сходили. Стоп, а может быть еще можно крутануть? Нет, больше здесь ничего интересного. Пошли дальше. Вот сюда надо сходить. Здесь тоже клетки какие-то были. Но здесь почему-то нельзя крутить. Здесь нельзя крутить. И как нам зайти в клетки? Почему у меня нет в отражении? А? Почему у меня нет в отражении? Я что, демон какой-то или что? О, нифига себе, демон, правда, смотри, стоит. Готов. Да ты-то готов, а как открыть? Ты готов. Давай крутани, может, или как-то она по-другому открывается. Еще один стоит. А может быть, это просто не сейчас надо открыть. Может быть, потом когда-то сюда вернуться. Здесь что-то не хватает. Механизм заржавел. Я предлагаю идти просто дальше тогда. Вон, по заданию мы идем вперед, 200 метров еще пройти надо. Опять эти черти прилетели. Да как так я не попал? Ты же так четко летел на него. Еще кто-то, смотри, этот мощный. А, этот мы с таким дрались тоже. Че, пап, стреляй давай. А, он, кстати, мы ему развили там удар, что он начинает биться. Топор. А то я пытаюсь кинуть, а у меня в руках ничего нет. Так что Атрей вообще уже мощный парень становится. Надо еще что-нибудь ему развить будет, чтобы он нам помогал. Так, а здесь как открывать? Как этот сундук открывать? Где руны? Я пока не вижу. Но я вижу механизм. Надо покрутить колесо. Так, ладно, мы это сейчас покрутим.
И туда как-то наверх надо попасть. О, ничего себе, там все уехало. Так, стоп. Этот коридор приведет нас к храму? Стоп, я отпускаю, он все... Он едет вниз. Там какой-то коридор открылся. Мне надо топор сюда вот кинуть. Давай осмотримся. Вот, смотри, руна есть. Но вопрос, как это сюда успеть это сделать-то, а? Руками я смогу разбить, нет? Она руками ломается. Снятые печати, надо просто их разбить. Давай еще искать, еще где-то должна быть. Я сейчас топор, если заберу, то это все начнет... О, тень моя внизу там. Все начнет обратно восстанавливаться. Нам так не надо. Пошли пока вперед, кулаками будем драться. А что же? Может, где-то и руну здесь найдем. А, ну есть обратное колесо, наверное. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. Как клетку открыть? Об этом. Ладно. Почему не достает до него? Так, ладно, что нам надо сделать здесь? Колесо могу покрутить и вот туда шестерню кинуть. Ну, этот топор кинуть в эту шестерню. Но надо ли так делать? Подожди, мы откуда пришли? Я уж запутался. А, нам туда надо. А мы пришли вот отсюда. Ладно, это значит... Все, закрывается вход. Нам обратно, что... Там, стоп, там сундук был. Ну-ка, крути обратно. Только не до конца надо. Вот так надо. Останови, все. Ну-ка, давай сундук пойдем заберем, чтобы не забыть про него. Все, все, иди, Кратос. Что ты делаешь? Во, пошли. Сундучок заберем. Классно, я его увидел, конечно, случайно. Редкий предмет чары. Уменьшение урона от всех атак темных эльфов на 12%. Суммируется до 36%. Ага. Я что-то все собираю, но я, по-моему, половина этого не пользуюсь. Ну ладно, идем сюда дальше, потому что вижу вот эту штуку, в которую надо кинуть топор. Давай откроем. Не попал. Все, убрал я их. Зеркало опять, в котором меня не видно. Причем оно все заляпанное уже давным-давно. 150 лет сказали, что вот это вот все. Храм этот не работал. Где мой топор? Так, пошли дальше. А, стоп, это мы сюда вернулись, не туда, в другую сторону, пошли дальше. Надо туда, вон наверх залезть. Руны, мне все-таки интересно, где еще две руны? Ай, стой, отпусти, ты че? Не трогай. Блин, они страшные такие, а? Так, ярость включаем и погнали, раскидаем всех тут нафиг. Держи, братан. Вы че на Кратоса нарываетесь? Я вас что-то вообще не... Не пойму, подожди, у меня сейчас ярость пройдет уже из-за тебя. Давай, отлетаешь. Пацаны, все сразу втроем вниз уже. Я разозлился очень сильно. Еще кто? Все. Нечего было нарываться. На, получай. Так, а ты что стоишь? Ты недалеко не улетишь, понял? Давайте идите сюда быстрее. Так, наш этот сын Атрей. Да бы забыл, как сына зовут. Держись, мальчик, сражайся! Сражайся, мальчик! Так, силушка моя богатырская сейчас его спасет. Давай, держись. Держись, сын, держись. На! Сейчас их там завалит всех нафиг. Вот и все, беги, главное. Сейчас я с вот этим, с большим разберусь. Рогатый, ты че? Не, ну так вообще не стоило, ребята, делать. Мы шли спокойно по городу, по вашему пути. Ничего, никого не трогали вообще. Куда ты полетел? Давай его добивай. Ща, топор, ребята, ловите топор. На еще. Атрей, стреляй быстрее, он сейчас меня
располовинит. Так, ты чё? Как они так летают? Мне бы так научиться. Спасибо. Пожалуйста. Все. Вот, начались динамичные сражения. Так, что там мне все обновляют, я не пойму. Воин темных эльфов. Эти существа сильнее обычных темных эльфов. Ну, этот рогатый, да? Они носят тяжелое оружие и размахивают им с такой силой, что вызывают ударную волну. От их атак очень трудно уклоняться. Так, все, понял, давай дальше. Этот, значит, мощнее. Куда мы вылезли, кстати? Сейчас бы нам найти... Нам бы сейчас найти те руны, которые... Ну, печати надо открыть. Я все-таки хочу тот сундук. Сюда как? Для чего это? Наверное, не для чего. Пошли. Так, здесь исследовали. Тут не перейти. Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет. А где вот этот лук? Как использовать? Он же зарядил там. Ну-ка, пацан, может стрельнуть? Как стрелять волшебным... А, подожди, нет, он не заряжен еще. Она же сказала, что-то надо зарядить вот этим. Может, светом лук зарядить или чем? Так, подожди, я не понял. Мы, получается, вот здесь еще сундук не взяли. Я его не знаю, правда, как тоже открывать. Он чем-то замотан какой-то штукой. Дайте сундук. Ну-ка, может, разрубить получится, нет? Нет. Так, 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 вот сюда надо будет пройти, похоже, но мы пока не умеем камнями этими синими управляться. Сейчас надо жизни взять. Жизни взять, ну-ка, давай-ка посмотрим, нам надо вот сюда идти. Здесь, наверное, дверь откроется сейчас. Заходим. Заходим, здесь механизмы с клетками. Так, подожди, надо покрутить. Она знала, на что идет. Ну да. А что покрутить? Стоп, это лифт какой-то или что? Там это, высоко. А куда можно идти? Ну-ка, давай пройдемся здесь еще по кругу. Еще, нет, мы в какую дверь-то зашли? Вот в эту? Или в ту? Ну-ка, давай откроем. Так, стоп. Мы здесь не были, да? Мы здесь не были. Но мы на балкон на какой-то вышли, нам как теперь дальше-то проходить? Ай-яй-яй-яй-яй, зачем я упал? Тут еще. Или так надо? А, наверное, так надо. Смотри, вот эти сбить можно. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. А, вот оно как работает. Сейчас, подожди тогда. Дай-ка осмотрюсь, может, еще где-то можно попасть. Ладно, сейчас разрубим еще части. Ну-ка, смотри, где. Подсказывай, сын. Батя уже старенький твой. Это наверх. Стоп, 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 пока не лезь. Подожди, слезь обратно. Да слезь, я хочу еще посмотреть там. Ну ладно, поползли. Я осмотрюсь просто, мне кажется, вон там еще куда-то можно было идти. Вот здесь куда-то можно было идти, вот в ту сторону. Ладно, сейчас с этими разберемся. На, да берегусь уже, стреляй. Твоя задача, сын, стрелять. Так, погоди. Я готов. Погоди. А, я думал, вон туда мы. Кто стреляет там? Иди ты нафиг, а. Подойди лучше ближе ко мне. А, вон он стоит. Ну все, лови тогда, я сейчас повыше кину. Попал. С одного удара нафиг его. Так, аптечку пока оставим, вдруг что надо будет пригодиться. Слушай, мне это не нравится, когда оставляют много аптечек. Уже две лежит, да? Они что-то хотят, готовят. Вот еще одна. Они к чему-то нас готовят. Да берегусь, берегусь. Как ты защитился-то? На еще тогда. Подожди, не трогай меня. Сейчас он по мне попал, да? Не, не попал. Какой древний-то? Кто это, что за здоровяк? Тихо, 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 что он делает? Нифига себе, это, наверное, будет больно, если он попадет. Так, топор, быстрей. Стоп, он почему-то урона ему не принес. Ярость можно восстановить. В принципе, яростью можно бить, наверное. Ай!
Тихо. Вот ярость. Так, а как в него попасть-то тогда? Он избит. Ай, слушай, я попал, но это... Когда он открылся... Это можно использовать. Когда он открылся, здесь еще кувшин какой-то стоит. Так, надо, получается, его спровоцировать на то, чтобы он... Ай, больно! Больно ты меня бьешь. Стой, я не попал. Давай еще раз, откройся. Есть, я попал в него. Так, топор у меня. Ну-ка, повернись сюда, быстро. Сюда, быстро повернись. Нет, рано. Атрей, давай кидай в него стрелами. На! Ай, больно. Тихо, я сейчас залечусь. Подожди, древний. Там еще чувак пришел. Ай, больно же, вообще сильно больно. Ну-ка, надо до этого добить. Открывай. Есть. Все, у него вообще мало жизни осталось. Ай, ты че прибежал тут? Эти какие-то мощные ребята, вообще, вы че? Удар, пошел нафиг. Готов. Во, надо так его кидать. Так, ну, добиваем. Все, древний лежит. Здоровичок. Что-то из тебя там вывалилось. Нужен отдых. Так, аптечка была. Сундук давай откроем. Ага, началось. Открывай спину. Буря-Ньорда. Слабая руническая атака. Стремительная круговая атака в ближний бой, раскидывающая соседних врагов и наносящая им значительный урон. Так, а здесь что надо? Надо швырнуть, наверное. Ну-ка, повернись. Ого! Вот это я придумал. Что-то мы ему отрубили что-то. Получилось! Мост снова на месте! Надо вернуться наверх. Вернитесь к посту в священный круг. Так, ну надо вернуться. Но давай сначала соберем все, что вывалилось. Тут. Что-то важное вывалилось. Возвращаемся. Так, обратно. Я забыл дорогу, ребята. А, можно вот крутануть, смотри, что-то заработало. Мы сейчас сразу наверх туда и все. Делов-то не надо обходить кругом это все. Синяя дверь, мы у цели. Войдите в храм. Все, побежали быстрей. Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Область открыта, священный круг. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. В смысле, а как ее открывать тогда? Найдите другой вход в храм. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Ну, зачем тут дверь поставили-то? Пошли. Давай звонок хоть бы какой поставили, позвонить им. Так, ну, похоже, будем спускаться, искать другой вход. Но это будет, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео. И всем удачи, всем пока.